радиотехнические войска, зенитные и ракетные дивизионы, самолеты казахстанских и российских войск. Все они встретились на совместной тренировке сил противовоздушной обороны государства СНГ. Проходит она в Казахстане. Военные проверяют готовность экипажей и расчетов при задержании уголовного нарушителя границы. Такие учебные игры демонстрируют эффективность объединенной системы ПВО и надежную защиту воздушного пространства стран Содружества. Сегодня наш экипаж был поднят по учебной тревоге. Мы отрабатываем учебно-тренировочный полет по захвату и уничтожению условного противника. На мой взгляд, экипаж с поставленной задачей справился. В ходе тренировки мы приобрели хорошие и качественные навыки.